В турнире приняли участие 157 атлетов из 8 муниципальных образований края. Сочи представляли 8 спортсменов, недавно открывшегося в городе отделения джиу-джитсу детско-юношеской спортшколы номер 17. Дмитрий Кузьменко занял первое место сразу в двух весовых категориях – 66 килограммов и свыше 66 килограммов. Иван Менщиков стал победителем весовой категории 42 килограмма. Иван Несмеянов завоевал серебро в категории свыше 48 килограммов. Марк Бритиков завоевал бронзу в категории 34 килограмма. Александр Федин, Артем Тищенко и Родион Фоминов были награждены медалями за волю к победе. Впереди у ребят подготовка к краевым и всероссийским соревнованиям. По итогам турнира коллектив 17-й спортшколы курорта был награжден почетной грамотой за вклад в развитие джиу-джитсу.